Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня снимаю такое видео, ответ на вопросы многих подписчиков, на что я снимаю свои видеоролики. Сразу хочу сказать, раньше я снимал свои видеоролики на природе на телефон. Телефон у меня был Samsung G2. 2016 года. Также снимал на видеокамеру CGCam 4000, если я был на рыбалке или в лесу. И дома я всегда снимаю на фотоаппарат Nikon 820. Ну и пришла пора сменить телефон. И я специально выбирал недорогую, как бы и бюджетную версию, но с довольно хорошей для своей ценовой категории камерой. И выбор у меня остановился на телефоне Samsung Galaxy G8 2018 года модель. Вот взял такой телефончик. Про характеристики я его рассказывать не буду. Их очень много в интернете. Очень много роликов по данному телефону на YouTube, поэтому, если хотите, можете посмотреть. Я именно брал его из-за камеры и цены. Здесь двойная камера 16+5 и фронтальная камера 16 мегапикселей. Также в наборе телефона сразу идет зарядная и наушники. Это вот что идет с телефона. Я поснимал несколько видеороликов, фотографий, как бы снимал специально для тех, кто хочет снимать дома. Снял приготовление блюда. Там вставлю некоторые кадры, посмотрите, как он снимает дома. Также снимал видеосъемку на улице. И все я снимал на авто, на автомате. То есть никаких ручных настроек я не делал. Вот как предлагает нам телефон сразу съемку автоматическую, я так и снимал, и фотографировал. Увидите, как фотоаппарат фотографирует и на зуме. Здесь у видеокамеры четырехкратный зум. Вот на четырехкратном зуме снимал и видео, и фото. Я остался очень доволен. А вы для себя, конечно же, смотрите, подходит вам такая видеосъемка. Увидите и дом, сравните, и улицу сравните. Насыщенность цветов, насыщенность красок. Поэтому это уже вам решать, подойдет вам эта камера для блогов или нет. Мне данный телефон с данной камерой очень полностью устраивает и полностью подошел. Мне понравилось, как он снимает. Конечно, один минус, что нету стабилизации. Все, больше я минусов в принципе не нашел. Ну а теперь переходим сначала посмотрите фотографии, а потом посмотрите видео.
Включен четырехкратный зум. Снимаю с руки, друзья. Стабилизатора нет на камере, а зум стоит четырехкратный. Лебеди прилетели.